В Анапском парке боевой техники установили новый экспонат – вертолет Ми-8. 15 марта в Анапе начнется первенство России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. В город приедут сильнейшие, молодые спортсмены со всей России. Археологическому музею Анапы передали уникальный артефакт, которому 5000 лет. В Анапе завели уголовное дело о загрязнении реки Сукко. Концентрация химических веществ и микроэлементов в воде в несколько раз превысила норму. Разработан эскизный проект по благоустройству территории на месте снесенного самостроя на бульваре Евскина.